котов. С мелкашки бобра завалил. Здорово. Конечно, по таким местам хожу, надо бы с гладким ходить, да? Двустволка, пятизарядка, тетерева могут прямо из сосен взлетать. Ну ладно, еще. Иду с мелканом, может еще вылетит и куда-то сядет. Бывает такое, что тетерев затроит и садится рядом. И посмотреть, если здесь птица вообще. Ранее ходил, птица была стая, хорошая. Даже глухарей поднимал пару штук. Но тогда я, кажется... А, ну глухаря одного взял, да, повезло. Тетерев не получил взять. Ладно, прогуляемся. Стрельки зайца тоже можно. Сейчас они должны были уже побелеть. Соответственно, в гуще. Сейчас они все находятся в ельниках. В таких вот сосняках. Можно попробовать найти. Пока тишина. Кто хочет дальше. Старая дорога, похоже. Какой-то зверь нырнул от берега туда. Смотрите, лед ломается. Бобер, что ли, здоровый. Вот это да, вообще тут варило сейчас. Бобер был, походу. Жаль, не получилось заснять. Он прямо с берега в лед прямо нырнул. Походу в нору ушел. Он все разломал прямо. Вот это да. С концами. Походу нора со стороны. Судя по следу, он пошел туда. Даже не колыхнется ничего. Днем бобер сидел, вот это да. Его след. Вон, ветки грыз, точно. Следы как бы есть. Тут прямо и сидел. Бобер живет один. Самое интересное, здесь ничего нет, ни плотин, низкий уровень воды, нету стола бобриного, возможно, проходной какой-то. Интересно, и не вылезем девять. Всплыл. Не попал. Чуть повыше. Бобер был здоровый. С рук стрелять, конечно. Чуть-чуть обвысил. Даже прочувствовал этот момент. Но подожду, может, еще вынырнет. Вот это да. Где его сейчас ожидать? Считаю, он столько пронырнул. Да уж. Чуть-чуть обвысил над головой. Голова-то буквально... Вот он, вот он. Волна пошла. Сейчас вынырнет.
видел. Там вон оно. Мне бы как бы это болотину бы перепрыгнуть бы так. Есть. Как показалось, я попал в него. Подождем. Или не попал. Странный бобер. Готов. С мелкашки бобра завалил. Здорово. Отлично, смотрите. Все, он готов. Мелкашка слабо на бобра. Готов. Кто бы еще ни говорил, слабовато. Две или три пули засадил. Ну что, друзья, как вам охота на бобра с мелкашкой днем? У меня впервые такое, честно говоря. Сразу скажу, слабоватый мелкашка. Охотник 370. Экспансивочка. Все 5 патронов разрядил в него. Да, 2 было промаха, кажется. Потому что с рук стрелял. Самое интересное, что он никуда не унырял. Прямо тут же всплывал. Очень повезло. Аж адреналин так выработался немножко. Все-таки это зверь, серьезный зверь. Спыл уже в упор, пришлось добивать. Я вижу, еще как бы дышит. Такие тяжелые немножко кадры. Но я бахнул его. Лицензию закрываю. Остается еще у меня 4 лицензии на бобра. Вот это да. Охота днем на бобра, на мелкашку. С мелкашки. Но это случайность, я вообще шел по тетереву, по сути. Сейчас придется 20 кг тащить отсюда. Потому что бобер хороший. С полем! Ха-ха! Вот это да, блин. Так, магазинчик уже полный. Пачка заканчивается. За всю осень только пачку даже не расстрелял еще патронов. ЧЗ-455. Прицел РТЛ 6х24. Стрелял 6-й кратности. За глаза хватает. А так, бобрик вон лежит. Я сам в шоке был, ё-моё. Бобра взял с мелкашки днем. Я днем-то утром рано видел один раз в 6 утра, и все, а тут на тебе, плывет. А что, у меня бумага есть, все такое, что не взять-то? Конечно, возьму. Сейчас все, мелкан ложу. Загоняю, конечно, патрон-патронник. Забыл немножко. И на предохранитель обязательно. Пусть лежит красавица. Бублик есть. Время уже. Время уже, сейчас скажу, сколько. Время уже 3:15:05, так что... Отлично. Ну, я говорю, это был броходной бобер. Возможно, с реки пришел посмотреть, что здесь. Все замерзло. Никаких тут погрызов свежих ничего не было. Только он погрыз. И все. Будем доставать нашего трофея. Вроде уже все, дошел. Добивать пришлось прямо в упор. Готов, готов. Блин, хороший. Ё-моё! Вот это бобер. Ну, друзья, с полем. Еще раз. До сих пор не могу поверить, что бобра взял. Вот так вот. 308 калибр, да, понятно. Но тут с обычного оптического прицела днем. Впервые такой трофей. Так что я рад. Сейчас тащу его обратно на себе. Карабин через плечо, на тетерев, ноль внимания. До машины тащить 1,5 км минимум. Ну, такой килограмм. Хотя хвост-то не очень большой. Но это самец, походу. Сосков не вижу. У самок соски обычно. А хотя, может, такой, 16 кг, наверное. Двухлетка примерно. Ха, с полем. Бобра записал. Еще осталось у меня тут столько-то лицензий. Ну, еще 4 или 5. 4 еще есть. Нормально. Честная охота. Все как надо. Документы в карманчик. И начинаем тащить его.
Не, 20 здесь нету килограмм. Я думаю, где-то 16 примерно так. Но все равно это хороший бобер. Еще раз воду замочу с песка немножко, чтобы обмыть. И потащу его. Рюкзака-то нет с собой. Пусть отекает, сохнет. А я пошагал. Хотя нет, вот нора. Вижу следы. Походу он был местный тут. Тяжелый. Хорошая охота. Хорошая охота. Блин, по ощущению будет вообще 20 есть. Вот так вот и тащить его. У них здесь раньше дамба была огромная. Еще в прошлом году. Протащил бобра примерно 200-300 км. Оставил тут в кустах. Сюда уже, в принципе, смогу на машине подъехать забрать. Тяжелая собака. И запахался, спотел. Просто весь. Тащил, постоянно меняя руки. Левая-правая, левая-правая. Сейчас подъеду, загружу его. А то еще лишние метров 400 тащить на себе, это тяжко. Сейчас я посмотрю, тетеревов может вылететь. Время-то уже 4 час. Ладно, трофей уже есть, уже не парюсь. Первый раз у меня так бобра увидеть днем конкретно. Днем, осенью. Сегодня у нас какое? 24 октября. Скоро уже ноябрь, скоро все заморозит, зима придет. Но я добыл, я этому рад. Именно с мелкашкой все как надо. Такое ощущение, будто уже темнеть начинает. Опять страшка. Сейчас мелканы разберу. Все, зачехлились. Убираем. Хорошо, дорога здесь нормальная. Можно хоть проехать. Дальше там скачок очень сильный. Его невозможно проехать на такой машине. Нива, ладно, еще может быть Дастер пройдет там. А на этой просто воднешься и все, она длинная база. Бобрик. Он уже весь это высох. А здесь еще. Смотрите, рана у него не зажила. Вот это да. Сбоку дырка в шкуре. Но это не от меня, не от моей пули. Она уже такая затянулась. Тут в него уже бахал, походу, из чего-то. Вот она, дырка. Может быть, укус. Даже, скорее всего, да, это укус другого бобра. Похоже, его просто прогнали. В общем, дело было. Видите, дыра какая. Вот это да. Но моя пуля его нашла. Пусть лежит, потом все помою здесь. Ладно, друзья, на этом моя охота закончу свою. Охота на тетерева, которая превратилась в спонтанную охоту на бобра. Бобром-то надо возиться минут 30-40. Но такого размера я за 30 минут примерно разделаю полностью. Нормально. Очень удачно съездил на охоту, считаю. Тут мясом выйдет килограмм, может быть, 6-7. Чистого, хорошего. Бобриного мяса, жирного. Но жир, конечно, лишний срезаю, все равно не весь беру. Так, частично. Потому что слишком жирное мясо я тоже не ем. Вот такие дела. Приезжаю в эту заброшенную деревню и обратно. Вот так далековато пилить надо сейчас. Где-то час езды примерно. Ладно, давайте, счастливо всем. Нас полем. Охота удалась. Охота на бобра с мелкашкой. Все получилось. Пока.